Друзья, всем привет! Совсем недавно я присоединился к бирже MEX. В этом видеоролике хочу сделать для вас обзор данной биржи. Просмотрим все вкладочки, которые здесь присутствуют. Также расскажу преимущества, почему вы можете пользоваться этой биржей и какие плюшки получать. Ну, давайте постепенно, по чуть-чуть углубляться, смотреть. У нас первая вкладочка рынки, то есть здесь мы видим цены на криптовалюты, то есть есть изменения в плюсовую либо минусовую сторону, все в процентах. Также видим цены максимальные за 24 часа, минимальные. То есть в целом информация по топовым криптовалютам. То есть это такая первоначальная, так скажем, вкладочка. Далее мы видим, как мы здесь можем приобретать криптовалюту. Куча разных способов. Это через дебетовую кредитную карту, международный банковский перевод, быстрая покупка-продажа, P2P. То есть мы можем даже вот перейти сюда и здесь уже это все выбирать. То есть что такое P2P, кто не знает, это покупка именно у людей с рук. То есть, допустим, мне там надо вывести на карту себе деньги, я могу обменять у реального человека свои доллары, так скажем, виртуальную криптовалюту, в именно уже себе на карту и потом вывести в наличку. Я думаю, это все понятно. Хорошо. Это что по покупкам? Как видите, есть много разных способов. Это покупка и продажа криптовалюты. Так, следующая вкладочка у нас торговля. То есть я уже выбрал торговлю. И что это у нас такое? Спотовая торговля. Это покупка криптовалюты. То есть мы можем приобрести биткоин, там 0,1 биткоина, 1 биткоин, либо выбрать любую другую пару, да, вот здесь можно выбирать. Приобретаешь, и она лежит у тебя на кошельке. Неважно, рынок растет, рынок падает, что купил, то у тебя будет. Конечно, хочется, чтобы все росло, чтобы к доллару твой баланс рос, но в общем, тут по сути риски есть, но не такие, как на фьючерсах. То есть это у нас следующая вкладка, фьючерсы, USDT давайте выберем. Да, что такое фьючерсы? Это уже идет как ставка. То есть рынок будет расти, рынок будет падать. Есть у нас кнопочки «Открыть лонг», «Открыть шорт». То есть если мы предполагаем, что рынок будет расти, мы открываем сделку в лонг. И если рынок растет, мы на этом зарабатываем. Но если мы заходим в лонг, а рынок падает, мы теряем. Также, чем привлекает многих данная торговля, тем, что здесь есть плечи. Что такое плечи? Это умножение вашего депозита, то есть вы берете как бы взаймы у биржи, и поэтому вы можете здесь зарабатывать в 20 раз больше и также терять в 20 раз быстрее. То есть есть различные тоже моменты по данному заработку, но это такой будет более обзор, а не какой-то детальный разбор моментов этих. В целом, думаю, это понятно, что такое фьючерсная торговля. Ой, я что-то перешел, неважно. Давайте далее по вкладочкам пройдемся. У нас есть активности, то есть лаунчпад. Что такое лаунчпад? Это, давайте я лучше почитаю, потому что если я сейчас начну рассказывать, то будет не очень. Лаунчпад – это дает пользователям, удерживающим MX, шанс получить airdrop от первичных листингов. То есть у биржи MEX есть свой токен MX, и если вы его держите, вы можете принимать участие в лаунчпадах. Как видите, через 9 дней будет лаунчпад. То есть вы, держа данные токены, присоединяетесь в лаунчпад и получаете новые токены. То есть ваши токены MX остаются, и дополнительно за то, что вы их держите, вы получаете новые монеты. Главное не забывать об этом, проверять время от времени. Можете, кстати, на мой телеграм-канал подписываться, я там буду говорить, когда вот эти лаунчпады будут. И нажимаете на кнопочку, присоединяетесь и получаете новые токены. Иногда удается нормально заработать, иногда там мизер. Но кто не пробует, тот вообще ничего не зарабатывает. Далее, по активностям MD Futures, кстати, интересная вкладочка. Кто любит фьючерсы, то эта биржа вам будет довольно-таки приятна. Почему? Потому что проходят ежедневные MD. За то, что ты торгуешь, ты можешь поучаствовать в призовом пуле. Как видите, вот ежедневно то ли идет на фьючерсный бонус, то ли дают новые токены и так дальше. То есть торгуешь и еще дополнительно можешь на этом заработать и получать разные бонусы. Главное тоже не забывайте проходить регистрацию. Нажимаете на кнопочку и все. Тут, если не ошибаюсь, надо делать торговый оборот $10 000. Ну, смотря на то, что здесь есть плечи, о чем мы говорили, то есть на фьючерсах, то это довольно-таки просто все делается. Так, далее по активностям. Голосуйте и получайте
бесплатные токены. Что такое KeyCaster? Мероприятие, инициированное на этапе предварительного запуска проекта, когда пользователи могут размещать токен и голосовать в поддержку своего любимого проекта на Max Global, который затем раздает свои токены успешно проголосовавшим. Это мероприятие предназначено для выявления высококачественных проектов, в то же время для представителя пользователя Max преимуществ аирдропа. То есть, есть разные токены, вы за них голосуете, и если ваш токен побеждает, вы получаете токен. Вот такое мероприятие еще есть. Далее, торговый майнинг. Что такое? Это эксклюзивный продукт, подготовленный Max для наших трейдеров. Пользователи могут торговать выбранными токенами и участвовать в розыгрыше призового фонда. То есть, как видите, закончено 92, сейчас нет активных, то есть будет токен, которым вы можете торговать и еще дополнительно участвовать в пуле, тоже в розыгрыше. Хорошо, далее, что мы смотрели, торговый майнинг, сбережения. Давайте уже так быстро пройдемся. Зона MX — это вознаграждение для держателей MX, то есть если ты держишь токен MX, токен данной биржи, кстати, он недавно нормально таки вырос, у меня там было несколько токенов, то баланс чуть ли не в два раза вырос. MX токен — это то, что я говорил, децентрализованный цифровой актив, разработанный платформой MX на основе Ethereum. MX является доказательством интереса сообщества MX. MX стремится полномасштабно задействовать токены в создании дополнительной ценности, включая оплату комиссии и так далее. Да, кстати, вы можете этим токеном оплачивать комиссии. Так, давайте перейдем к следующей вкладке, это торговый майнинг, то есть то, что я уже говорил, это торгуешь определенной парой и получаешь дополнительно бонусы. Также у биржи есть обучение, как видите, можете перейти посмотреть, если ты совсем новичок, то это видео, эти видеоролики для тебя подойдут. Кстати, если у тебя еще нет аккаунта на бирже, ссылочка находится в описании, присоединяйся. И MD фьючерсы — это то, о чем я и говорил. Также следующая вкладка — это кошелек, нажимаете обзор и здесь можете посмотреть ваш баланс, то есть именно сколько у вас криптовалюты. В кошельке также есть история, можете историю посмотреть. Также вот интересная вкладочка — ордера, то есть вы можете посмотреть свои спотовые, маржинальные, фьючерсные, пассивный доход. То есть это как майнинг будет, да? То есть смотрите, где ваши деньги, что они делают, сколько там процентов плюса или убытка. Есть еще вкладочка личного кабинета, проверка личности, безопасности, API, настройки вывода и так далее. Также есть ваш личный UID, это как ваши цифры, не знаю, как ИНН есть у человека, вот так у вас на бирже он есть. Если вы там принимаете участие в каких-то аирдропах, они тоже бывают, часто просят его указать. Вот если вы не знаете, что это такое, вот его и указываете. Так, это уже у нас уведомление, это сканируете и присоединяетесь через телефон, мобильное устройство, и тут можно изменить язык. То есть, в общем, биржа очень проста в использовании, конечно, интерфейс чуть отличается от других бирж, но тем она и особенна. То есть, как видите, здесь есть разные акции, кстати, вот советую на этой вкладочке не пропускать эту вкладку. Зашел на биржу, посмотрел, какие есть мероприятия, возможно, какой-то аирдроп, что-то там, какие-то простые условия надо выполнить, просто берешь и выполняешь. Довольно-таки удобно, это на каждой бирже, кстати, тоже есть. Можешь даже свой день начинать с того, что заходишь и проверяешь мероприятия на бирже и участвуешь в каких-то интересных мероприятиях, где можно дополнительно заработать, либо там с небольшими какими-то комиссиями, затратами, либо без вложений. Вот такой обзор биржи получился. Если было интересно, полезно, то прожимай лайк, подписывайся на канал. И всем желаю больших заработков, удачи и всем пока.